Как конвертировать ARRAY в ZIP? Перейдите на azazip.chon. Затем нажмите Convert. От ARRAY перейдите к Convert ARRAY.zip. Нажмите выбрать файл ARRAY для конвертации, чтобы открыть средство выбора файлов. Или перетащите файл ARRAY прямо на azazip. Нажмите конвертировать в ZIP. Это запустит процесс конвертации, который займет некоторое время. Нажмите «Сохранить файл ZIP», чтобы сохранить конвертированный файл ZIP в выбранной папке назначения. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.